Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Горячая новость». Друзья, продолжаем следить за тем, что происходит в городе Хабаровске, что происходит с Фургалом. Вот довольно-таки интересная информация появилась на сайте glas.ru. Статья называется «Власть Хабаровска поддержала протестующих рекламой на щите». Хотя как она поддержала, я так и не понял из этой статьи, но статья довольно-таки интересная. 1 ноября участников акции впервые стали открыто фиксировать видеокамеры, сообщают amurmedia.ru. Изображение с видеокамеры в режиме реального времени выводится на рекламный щит, установленный в районе площади Ленина. Ранее правоохранители только фиксировали отдельных участников акции для последующего обоснования в суде штрафных санкций. Теперь подключена видеофиксация событий на камеру, которая установлена на здании Белого дома. Крупным планом события транслируются и на рекламный щит. Впрочем, митингующие не выразили удовлетворения от такого поворота событий. Несмотря на заявления о широкой поддержке хабаровских протестов в регионах России, хабаровчане, которые регулярно выходят к Белому дому, не стремятся к публичности. Вот такая, друзья, информация. Действительно, для чего все это снимается и для чего это все выкладывается? Может быть, власти пытаются как-то показать, что они, в принципе, на одной волне с народом, может быть, как-то тоже там принимают участие, ну, стараются как бы быть ближе к народу. Ну, я думаю, люди, они ведь прекрасно понимают, что власти, та власть, которая сейчас осталась, скажем так, в управлении Хабаровским краем, это уже совсем не та власть, что была при Фургале. Те люди, которые действительно были ему преданы, их тем или иным способом, скажем так, отстранили от власти. И те люди, которые остались, это уже совсем другая власть, не близкая людям, которые выходят на митинги. Поэтому для чего это было сделано, мне не совсем понятно. Вот единственный вариант, который мне пришел на ум, я вам его сообщил, но, как мне кажется, ну вот этим вот действием власти совершенно никак не получат к себе любви, не получат дополнительных бонусов, то есть совершенно бессмысленная ситуация, совершенно, ну, ни к чему не приводящая. На этом, друзья, у меня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте класс и подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, появившиеся на канале. Всем пока, друзья. До новых встреч.